Итак, ребятки, в общем-то, нам в задании нужно найти дракона для контеста. И вообще, это чертовски вертикальная и непростая штукенция. Вон там вот самая верхняя точка, там находится восьмой или девятый этот, девятая точка, с нее мы будем прыгать. Вон, видели, человек то, что прыгнул на другой гриб. Короче, там все будет все, короче, сложно. Ой. Тут, я не знаю, по-моему, надо разные варианты выбирать, чтобы он дал тебе несколько контестов. Ну, несколько заданий. Вот, все, короче. Ну, желтенькими, в общем, все варианты проклацал и нашел. Ну, здесь, короче, сложно, реально будет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я вот второй раз играю. Мне кажется, что довольно-таки здесь непросто. Ну что, хоть что-то вам было слышно, наверное. Здесь много пещер, много всякой лабуды. Не знаю, насколько мне получится показать это все дело вам. Так, там я тоже заметил. Так, идем вот сюда. Здесь есть вопрос с пещерами. Не знаю, насколько я смогу его вам показать, конечно же. Все вот такие лианы здесь есть. Кстати, очень удобно получилось. Много вот таких вот проходов, там и пещер. Верхушку-то я вам покажу, я верхушку-то все помню. Там как бы ничего сложного. А вот с пещерами. Где-то еще есть задание найти альпаку. Ну, это типа ламы. Ламы, существо такое. Так, давайте сейчас. Это сколько я нашел? 4 из 10. Вот там он что-то светится. Вниз спускаться что-то мне как-то неохота пока что. Может, обойдемся. Ладно, пойдем на вот этот огонек. Так, это есть. Это, блин, тихо, ни черта не видно. Вот здесь, вот таких вот пещер, просто тьма. Но, по-моему, я не помню вообще, там были хоть какие-то вот эти вот точки отметки или не были, блин, бог их знает. Ну, то есть пошариться-то есть где, вот в этих пещерах особенно. Блин, смотрите, это, ну, прям показывает, что на этом где-то уровне, блин, чуть повыше, да? По-моему, здесь нифига нет, да? В этой пещере это все спуски вниз, 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 вниз. Короче, неинтересно. Так, вот так вот. Мне как-то хочется вот туда. Вот табличка. Все-таки есть, ребята. Ха-ха. Нашел для вас одну табличечку здесь. Так, ну а дальше мне хотелось бы как-то поверху пойти. Смотрите, прям тут заблокировано. Не, ну получилось, проскакал. Ага. Такая ниша. Так, блин, не прикольно. То есть туда дальше прохода вроде как нет. Ну давайте. И здесь тупик. Ну, табличку я нашел. Это уже радует, конечно.
Нет, не хочу я падать, не хочу. Я хочу вверх, только вверх. Да давай. Так, ну вроде как все нормально получается. Не знаю, надеюсь, я ничего не пропустил. Так, табличка. 7 из 10. Ну вот там вот 9-10. То есть 2 я знаю где. А где еще одна табличка? Дракон, кстати, с которым надо сфоткаться вот там вот вверху. Так. Это я сюда лезу для того, чтобы сфоткаться с драконом. Ю-ху-ху. Сохранить. Так, это у нас папочка 1. Так, так, так. Ну что, время лезть на вот эту гору. 7 из 10, не знаю. Одного, мне кажется, у меня не хватает. Не, туда нам не надо, нам надо вот сюда. Ага, вот, ладно. Вот, нашел я вам еще табличку последнюю. Так, ну ладно, теперь я пошел скакать, короче, дальше вверх. Так, вот там прямо надо мной табличка. Снова падаем вниз. Ну, в общем, повторяем тот же путь, который мы только что проделывали. И прыгаем. Обратно вверх. Так. Наконец-то. Все, получается. Так, ну, не упасть, теперь как-то опасно. Так, вот здесь нужно быть аккуратными, ребята. Вот я только что чуть не зафейлился. Вот табличка номер предпоследняя. Вот здесь вот орел. И нам нужно... Блин, сыкотно прям. Неохота упасть. Все. Я тоже подумал еще вначале, что это может прозрачная штука тоже упасть, но нет. Так, все, ребятки, выполнили мы все задания. И очень быстро мне даже получилось вам это все дело показать. Так, теперь вот есть вот эта вот штука. И как я вижу, вот смотрите, вот здесь на голову, смотрите, вот здесь везде нельзя залезть, вот здесь тоже нельзя залезть, и даже вот здесь нельзя залезть. Залезть можно только, мне кажется, вот по той последней штуке. А как туда допрыгнуть, я даже не знаю. Но я видел, что парнишка допрыгивал отсюда, по-моему, вот туда. Ну, в общем, я... может, а ну-ка, получилось. Да, видите, человек даже с верхних ступенек туда прыгал, но нужно вот реально перепрыгнуть аж на вот ту штуку. Ну, а что там, короче, бог его знает. Ладно, на этом все, всем пока.